что такое Винамп, я знаю еще с тех времен, когда я был маленьким. И тут мне приглянулась версия 0.20a. Интересно было тем, что это самый минималистичный аудиоплеер. И по минимализму этот плеер никто не переплюнул. Почему бы просто не запустить этот плеер? Во-первых, он с закрытым исходным кодом и завязан на Windows. Во-вторых... Я написал этот плеер для Linux с открытым исходным кодом. Посмотрите, как он работает. Ссылку на репозиторий я оставлю в описании. Подписывайтесь на мой канал, будет интересно.